камеру, наверное, другую даже взять. Потому что я взял этот. Разберитесь с ней. А, возьму вот это. Да ладно. Завязывай, че я так криво пострелял по нему. И он меня пушить пошел. В таких случаях вообще лучше от бедра зажимать нахрен. У меня привычка остается просто. Я две игры просто играю в PUBG и Warzone. Поэтому такая тема происходит. Ёп твой налево. На бэпку чуть-чуть не хватает. Я не увидел, откуда он стрелял. А, его можно запокчампить. Сейчас покажу, что это такое. Нет, не сделаем. Вчера он попал нормально по мне. Блин, я, короче, охренеть, он мне стрелял в грудь. Я, короче, сделал подкат. Если ты победишь здесь, то вернешься на поле боя. Понятно. Но если ты проиграешь, то победишь. Твоя очередь, солдат. Сволочь. Unlock. Ну, это бывает такое, че. Он мне стрелял в грудь или в ноги даже. Я сделал подкат в это время, и пуля мне просто в голову залетела. Ну, это забей. При этом я еще вместо селфика себе бэпку взял, чтобы посмотреть, где кто есть. Ангар бежит, чел. Я с тобой, ну, сейчас еще боеприпасы возьму, и вообще нормально будет. Давай возьмем. Откуда? Я не могу его узреть. Сори. Вам отправлена посылка с комплектом. Я не могу его узреть. Он не светит на меня. Газ приближается. Отмечаю безопасную зону. Если бы еще сейчас раз выстрелил, то, скорее всего, я бы его увидел. Хотя сейчас, в принципе, бэпку куплю. И мне надо этот... А, подожди, у меня бэпка есть, я селф куплю. Я поеду комплект возьму. Вот, и потом вызову, короче, все это дело. Я думаю, это правильно будет. Нам нужны глаза. ППЛА входит. Кто там внизу? Ликвидацию подтверждена. Ну, конечно. А, и он еще и с гастом. Понятно. Внимание. У меня еще тот чел какой-то. Летает, что ли? Да, тут летает. Ой, я забыл, что у меня усиленные. Охренеть. Ну это, конечно, просто ластик, если честно. Просто стерло его. Вал на усиленных, это вообще реально. Что-то много здесь типов у меня. Очень.
Сжечь меня хотел, что ли? На сам гори. У меня еще чел один внизу здесь. Да что ж такое-то? Ну что, надо по факту снова БПЛА покупать. Что? А он решил вообще свалить? Типа сесть в тачку, забрать у меня или что? Бал неплох, надо тоже попробовать. А, бал лучше, чем фар, как по мне. 30 патронов только. Вот. Старая мета, на самом деле. Внимание, у БПЛА топливный ход. Иду на базу. Ну, типа, кому как, я не знаю. По факту, честно скажу, практически одинаковые пушки. Практически. БПЛА топливный ход. Иду на базу, надо заправку. Просто если, например, играть в дуо там, то лучше фар брать. Если ты соло играешь. Ну тут хотя кто как говорит, я не знаю. А, у меня не перезаряжено, лол. А, перезарядиться. Так, мне что-то грузик надоел уже. Здесь на втором, скорее всего, сидит. Да. Внимание, у БПЛА топливо на исходе. Иду на базу, надо заправку. Выпрыгнешь? Нет, не выпрыгнет. Приближается газ. Отмечаю новую безопасную зону. Лети разведку, нам нужны глаза. БПЛА входит в район операции. Наверх надо идти. Контракт от меня. Это здесь были, типа. А, вот выпрыгнул один. И еще где-то один. Двое, помню, сверху. А, вот все, отлично. Че, на лицо ему залетим? Мы знаем, где он, в принципе. Внимание, газ! Найдена новая безопасная зона. Да ну нет. Чел, должен пересесть. Не пересаживается? Союзная посылка с комплектом уже в пути. Да ну нафиг, а. Блин, какие же тайминги, я так его пас. Я, короче, я видел все абсолютно там. Так-то неплохо, на такой круг 16 лайф. И сверху никого нет. Здесь в доме по-любому есть. Тут кого-то убили. Это же подонок, а. Сидел он, блин, посидел я, капец. Кто тут вообще сидит? Вот он вот так вот просто, капец, и ждал. Я обратил внимание просто на труп. Газ приближается, отмечаю безопасную зону. Ну, зона на самом деле кайфовая. Если на то пошло.
Но у меня тут вариантов как бы немного на самом деле. Ваша команда в пятерке лучше. Завершите задание. Тут еще. Отмечаю безопасность. А, все, один-один остались. Я знаю даже, где он. Это тот чел. Если что. Вон он. Ладно, все. Победа! Вы выполнили задание и всыпали им по первое число. Вот и все. Можно запилить на сборку на вал, сейчас покажу. Но сама пушка, она имба на самом деле. Ну, не знаю, как по мне, он легко вкачивается, быстро очень. Лазер второй. Это можно от бедра, конечно, но, блин, если брать, например... здесь не хватает реально от бедра, очень долго прицеливается. Но я, например... Если бы убрал, например, оптику, я бы поставил вот этот, и здесь бы заднюю вот эту поставил на скорость прицеливания. Тогда у меня бы, по большому счету, исчезает оптика, снижается точность на дальняк, но при этом на средней, на ближней дистанции ты можешь зажимать легко от бедра и быстро прицеливаться также больше. Такая вот фигня. Вот, а на карик. Вот. 21 поставил, чтобы быстрее прицеливаться. Быстрее в прицел входить, для меня это просто важно очень. Снайперский прицел обычный и... На скорость прицеливания рукоятка. Ну и монолитка стоит.